На Столбах открылся новый эко-маршрут. На восточном входе в заповедник Столбы закончен первый этап обустройства экологического маршрута с заповедными тропами. Там уже установлены информационные стенды о заповедной системе России и смотровая площадка с видом на гребень Токмаковской гряды. В будущем планируется построить интерактивный лабиринт с информацией об истории заповедников, а также новые тропы и амфитеатр. Это очень важно, чтобы заповедник становился все более и более комфортным для посетителей. Это означает, что необходимо вот на этом восточном входе, который является новой точкой входа в заповедник, сюда еще не так много красноярцев приходит, но очень важно, чтобы это место было обустроено так, чтобы можно было бы сюда удобно прийти. Предполагается то, что так как сам заповедник обустраивает на своей территории очень много за счет федеральных средств, но тем не менее не хватает элементарных парковок, туалетов и других объектов инфраструктуры, которые вот именно находятся в пригородной части рядом с заповедником.